Прокуратура города Элисты проводит проверку информации о загрязнении пруда Колонский. Напомню, накануне в интернете появился видеоролик, в котором сообщалось о проблеме загрязнения водоема. В Центр гигиены и эпидемиологии Калмыкии направлена заявка для отбора проб воды. Результаты исследования о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта будут известны на следующей неделе. В настоящее время по требованию прокуратуры администрации города навалы снега вывезены с указанной территории.